называется? Тогда делимся. Один ищет яйца, другой ищет призрака, да? Ну, предлагаю, я буду искать яйца, потому что я этот кемп терпеть не могу. Окей. Паранойя. Ой, блин. Ну, кстати, Бес прошел этот ремейк четвертой резьбы. Говорит, что пока что в этом году это для него первое место лучших игр. То есть хорошо сделали ремейк. Дерьмовых боссов пофиксили. Если знаешь, Салазара такая маленькая бабушка стрёмная была. Любит они бабушек добавлять в игру. Не, ну это типа мужик. Но выглядит он реально как старая бабка, особенно в этом, в ремейке. Конец создали тебя. Ну, ты понимаешь, что я охуенный. Да, я ни одно яйцо не буду подбирать. В смысле ты ни одно яйцо не будешь подбирать? Не, чтобы ты со счетами сбился. Так, ну, одно. Можешь помогать. Ладно, я в палатках тогда все подберу. Так, не, ну ты что говори, сколько ты их всего собрал. Два. Да они вообще как-то рандомно... А, нет, это ладно, это не яйцо. Так, ну три яйца. Так, я подобрал все яйца в палатках, которые слева. Блять, ну это настолько, знаешь, как-то невразительно, типа, чтобы я еще сейчас запоминал какие-то палатки слева, где-то, что-то. Пока я подобрал. Три большие палатки. Вот, тут круг призыва есть. Хочешь, я могу сразу поджечь? Спасибо, откажусь. Мне так нравится, как он эти яйца хавает. Точнее, кушает, конечно. По-моему, я уже сбился со счета, сколько я их подбирал. Яйца в туалете сейчас выхавать. Яйцо сверху шоколада покрытое туалетом. Я не сомневался в твоих вкусовых предпочтениях, если честно. Где ты, блядь? ЕМФ работает, а что он подбегал, непонятно. Блять, как говорится, вокруг темно. Ни хера не видно, еще и надо яйца при этом искать. Так, ты в туалете яйца подобрал? Угу. О! Где? Блин. Только что услышал призрак. Что-то сделал. Отложил еще одно яйцо. Да, МП нету. Что-то я уже начинаю теряться, где еще яйца могут быть. Так, но если ты где-то уже, конечно, увидишь яйко, то ты как бы не забывай его подбирать все-таки. Я подобрал много. Да и я подобрал много. Вроде бы. А потом окажется, что это мой сон собаки, я не подобрал ни одного яйца, да? Одно яйцо осталось.
Блять. Меня терзает смутное подозрение. Я так уже чуть американский, ну, мяч для американского футбола не перепутал с яйцом. Думал уже слопать. А что, может, он где-то на входе? А ну тут где-то. Не, я про яйцо. Яйцо не знаю. Ты так смотришь на круг призыва, будто ты его призвать хочешь. Вот тут возле меня мячик только что покатился. Блин. О, блядь. Вот, и возле меня температура минусовая. О, блядь, он убежал, что ли. И он меня только что кинул баскетбольный мячик. Хуел, что ли? Я тебя, блядь, на ноль ого поделю. Ого. Активность почти максимальная. Так, уже, ну, все, без графика. Хм. Паранойя. Так, ну где эти сраные яйца? Я хочу яичницу сделать шоколадную. Да, не... проверь, не знаю, столы слева. Я их не проверял, кстати. То есть сразу на входе. Да я-то их, конечно, проверял. Я сейчас еще раз проверю. Паранойя. Но я... Ну, тут, кстати, еще прикольное место схрона есть, видел? А? Прямо тут на входе, считай. Я вижу, где ты ходишь. Блин, ну я ненавижу эту локацию из-за того, что здесь нет гребаного света. Так это вообще эта штука генератор и зажги костер. Это таблетки выпить тоже. Mm. А как костер зажечь? Зажигалкой. А, ну есть проблемка. Что? Дождь. Класс. Я бы сказал, что есть проблемка, это яйцо. Ну ты продолжай искать, а пока призрака ловлю. Не уж, не уж, не уж. Походу лучше бы я выбрал призрака. О. Призрак поболтал. Мне вот просто интересно, они какие-то яйца прячут в необычных местах, чтобы это было сложнее, или это просто какой-то подъебос получается каждую игру? Просто подъебос. Просто в прошлой игре мы вообще яйца где там нашли? Типа... Ой, я кость походу съел. Тыкал по земле, и что-то исчезло. На уж. Еще это музычка. Точнее, не музычка, а сверчки. Молния. О! Ой, ой, ой. Шо? Призрак, он только что лампу взорвал. Петушиный глаз. Блин, ну мне так не хочется второй раз картинку открывать из интернета. Что?
поболтал. Что? А, поговорил. Призрак сказал мне умереть. А. Если не найдешь последнее яйцо, да? Говорит, ты, американец, помоги другу найти яйцо. Если вы его не найдете, вы умрете оба. Хо-хо-хо-хо-хо. Ну что-то такое было, 100%. Наверное. Это вряд ли МФ. Это не похоже на госорг. На орб нету чего-то. Тебе бы опять таблетки выпить. Именно тебе почему-то. Блять, а ты точно в толчке все яйца съел? Да. Я тоже картинку открыл, и в толчке два яйца, и все два яйца. А, так ты по картинкам сразу начал? Нет, нет, я открыл. Когда ты сказал по открытию, я открыл. В смысле, я не говорил, открой картинку. Нет, я говорил, что не хочешь открывать картинку. Охуенно. Короче, ты вместо меня... Иди домой таблетку выпей, а то у тебя скоро будет сердечный приступ. В смысле? Откуда? Я штука недавно пил. У тебя 35. У меня 72. Может, ты вместо меня высасываешь эти? Блять, ну короче, походу я понял. С тем последним яйцом, которое я... В желток, как говорится, того. Скинь мне картинку. О! О! Нет, это не то. А. Он просто поганый. Так, когда они пошли, пошел бы призрак нахуй. Так, где мой смоч стик? Так, ты картинку кидал? Да, в Дискорде. Ой, боже, вот эти вот опять. Так, опять же, нужно переходить на оригинал. Где оригинал? А, вот открыть в браузере. Вон тебе сайт. А? Вон тебе сайт. Так. Твинс мимик Андрео Морой. Но это не мимик. И вряд ли твинс. Морой? А что Морой, кстати? Это хуй его знает. Назваться, что сложнее, иначе призрак или посильное яйцо. А, нет, ну ты зря, ты свет включил. Я его не включил. Стоп, призрак включил свет? Да. Я только что вообще картинку смотрел. Однако. Это ты. А ты что, боишься? Нет, я надеялся сейчас отпечатки чекнуть. А. Что ж, последние таблетки. Я понял, ты нашел. Испугался?
А, я второй раз уже не так. Тюня. Ну скажи честно, обосрался. Но чуть-чуть. Не? Ладно. На один кирпичик. Из 10, да? Говорится, как вы оцениваете ваш обосрамс? Так, ну яйца мы нашли. Теперь бы найти этого. Так, подожди, а у тебя есть хоть какие-то подсказки? Ну, два. Шо? А, спирит бокс. Фризинг, Шо-шо? спирит-бокс и фризинг, да. И то, я ища яйца, помог тебе с одним. Найс. Где остальное? Так, ну фингерпринт, тут ненавижу этот лагерь, потому что тут очень сложно фингерпринт найти. Хотя, если фингерпринт, то это мимик. Не, если это орбы, то мимик. Так, а ты знаешь, в каком месте призрак точно? А был в этой комнате, которая, которая свет горит. А после Что как этого? бы намекает, а где свет-то выключить? Да выруби генератор, видимо. А, ну вот, я выключу. Ну, знаешь, типа можно на свет нажать. Но смотри, только что тут была минусовая температура. И Да, вот. все еще есть. Ну, значит, надо сюда камеру ставить. Там есть камера. Да, блядь, ты уверен? Где? Одна камера тут на столе, вторая камера вот тут. Хуйня, мне не нравится. Я сказал свое экспертное мнение. А чё у нас нет ни одного держателя для камер? Ну что ж стоят. Да уж. Попадаются такие вот мразотные призраки. Где моя камера, блядь? Это кривая, которая. В смысле? Вот это. Что за хуйня? Так это вряд ли спиритбокс. Так, подожди, а что можно тут найти на этой камере? Почему она А такая? походу это МФ5. Ты откуда знаешь? А, по этому активити. Скакануло на 5 этих клеток. Ну так бери МФ и иди изучай. Проблема в том, что уже не скачет. Да, когда оно скакануло, надо искать по-быстрому. Где именно? Ну смотри, как бы призрак скоро охоту начнет. Или уже начнет. Извините, уже меньше 60. Ну, допустим, у нас есть 4 палки. 4 палки это 4 шанса спрятаться. О. А? Я побежал, ты это... Возьми палку, если что. А мне куда бежать? А что ты хочешь? Можешь взять палку, завалять ее в случае чего? Ладно, я ухожу. Ощущение, что где-то видел призрака. Да, он был. Да блин, два раза по пять скакануло. Ну а что ты не изучаешь МВФ и МФ? Потому что уже упал обратно. Короче, доцы вряд ли. Книга маловероятно. Отпечатки хуй его знает. Кто? Нига? Книга. А.
Ну давай ты будешь с EMF там стоять, а я тебе буду сказать, говорить, когда он до 10 прыгнет. Мы знаем, когда он до 10 прыгнет. Да, я смотрю, тебя так просто не наебешь. Давай так, ты возьми вонялку. И что? Я буду ходить с МФом и отпечатками, а ты возьми вонялку. Ага. И мы будем там вместе стоять. Когда призрак появится, ты воняешь сразу же, и мы бежим в ту палатку. Какую-то, я не знаю, палатку надо бежать. Блять, в ту какую-то палатку, не знаю в какую, но мы бежим. И сейчас побежим два разных места. Ну пошли, давай, я за тобой сразу. Давай фиолетовую палатку проверим. По-быстрому. Да, мне можно прятаться. Окей, фиолетовый печать, если что. Блять, у тебя какие-то гейские закидоны. Чё ты не можешь прятаться в свою голубую палатку? Ну призрак вот тут вот, возле меня. Вот тут вот. Холодом опять дышал. Он даже в соль уступил. Вот же, блядь, пидорас, сука, кривоногий. О. Ну, блин, отпечатков нету. Ну, значит, это не тот. А имя в сколько было? Я ебу. Два. Ну, давай еще. Ну, Самсон, оп. Три. Ну, Самсон. Блять, что-то мне как... Что мне это... Не все нравится, не все так нравится. Не все так нравится? Ну, бывает. Do something. I don't know. Give us a sign. Ой, блять. Здравствуйте. Женщина, как вы... Ваше ничего. Фух. 4, МФ 4. Ну все, МФ 5, я думаю, тогда уже не может быть, по идее. Возможно. Ну а так, знаешь, типа, как ты видел, она как добренькая старушка появилась. Ей бы пирожки дать в руки вместо серпа. Да, давай, пошли в машину, посмотрим. И что там хочешь посмотреть? Не знаю. Вот я тоже не знаю, что там хочешь посмотреть. Так, вряд ли до 10 не скакала. Ну вот, оно тут видно скакануло на 6 единиц, судя по картинке, но в реальности было 4. Ну, значит, это не оно. Отпечатков нет? Морой, что ли, которые не пишут, нихуя? Может, мне надо книгу пододвинуть? Блин, ну давай выберем морой и поедем. Яйца не надо собирать, если что. Там писал вначале, что даже если проиграешь, что не важно. Ну, поехали. Я выбрал морой. Я тоже. Надеюсь, то, что... Бля, ну у тебя и лицо, конечно, пиздос тут. Как будто ты перепивший цыган. Да. Мы близнецы, серьезно? Одна бабка? И они все рядом с нами делали? Это был МФ5. Блять, хреном. Короче, все, я в такое не играю.